Всем привет, друзья! С вами Снежана, Open Malta, и мы сейчас находимся на одном из самых популярных пляжиков Мальты в городке Сент-Джулианс в Патчвилле. И пришла я сюда не зря. Сегодня я хочу вам показать школу Ace English Malta, одну из самых популярных, молодежных и веселых на острове. И она находится буквально в одной минуте ходьбы от этого пляжа. Поехали! Просто представьте, как классно здесь будет проводить ваши переменки или время после занятий, когда вы будете брать учебники, свои домашние задания, собираться в группки студентов, с которыми вы уже подружились в своей школе, и приходить сюда. Возможно, с напитками здесь будет все открыто. Сейчас в данный период, сейчас низкий сезон. Летом здесь все открыто, работают все кафе, рестораны, мороженое. И масса студентов со всех языковых школ, которые расположены вокруг. Тут их немало. Сама школа расположена очень удобно и удачно. Прямо вот в торговом центре Bay Street Shopping Center. Некоторые расценивают это как-то странно. Почему школа расположена в торговом центре? Потому что они там сняли два этажа и сделали обалденную школу. По локации. Здесь вокруг масса кафе, ресторанов, ночной жизни. Вот он, Патчвилл, все ночные клубы прямо здесь. И рядом пляж. Если вы хотите перекусить, масса кафешек, где можно сделать это. Также эта локация хороша тем, что здесь масса мест, где студенты могут подрабатывать. Да-да, все эти кафе, рестораны, клубы, бары, отели, им всем нужен стаф. Поэтому студенты, которые хотят подрабатывать, и у кого уже хороший уровень английского, могут напечатать себе пачечку резюме и просто с улыбочкой пройтись по всем вот этим местам и сказать: «Я хочу у вас работать». Сейчас мы идем с вами в школу. Вот вы видели, да, вот он пляж. Вот она школа, там даже меньше одной минуты ходьбы. Проходим через зону торгового центра. Подняться можно либо на эскалаторе, либо же сесть на лифт. Здесь у нас находятся два главных лифта, но я вам покажу тайный там, который приезжает прямо в школу. Вот этот лифт, вот четвертый этаж, Ace English Malta. Нам нужно подняться туда. Приехали, пойдемте в школу. Вот их выделенное место под школу. Здесь не ходят покупатели из других магазинов, здесь нет шума. Вот отдельная зона школы, где учатся студенты. Там получается сейчас два этажа, все покажу. Hi, how are you, Sean? Мы зашли в школу, это зона рецепции. Именно сюда вы придете в понедельник утром и пройдете мимо очереди студентов, потому что каждый понедельник приезжает много студентов. Вы пройдете сюда на очень дружелюбную рецепцию. Hi! Hello, hi, welcome to Ace English Malta. Thank you! И вам выдадут вот такой вот welcome pack, где будет вся нужная вам информация. Сразу справа от рецепции есть вот две такие информационные доски с кучей полезной информации для студентов. Например, что делать, если вы хотите поменять свой уровень, какой пароль от Wi-Fi, какие планируются activity. Посмотрите, на каждую неделю по activity студенты участвуют во всех этих мероприятиях, также для практики английского. Все, что нужно по визам, как, куда нужно проехать, пожалуйста. Вот все часто возникающие вопросы они вынесли на две такие вот доски возле рецепты. Давайте я вас познакомлю с преподавателем школы Ace English Malta. Я поймала тут одну учительницу. Ее зовут Тиффани. Hello, my name is Tiffany. I'm a teacher here at Ace English Malta, and I'm waiting for you to come and join me. I have your course book here ready. Ready for you. Ready for you. We offer courses for students of all levels. From zero English to advanced. All the way to advanced English. We have teachers that can help you on your language learning journey. This is your sign to stop what you're doing and book your course with us. Thank you. Thank you very much. В школе преподаватели только носители языка. Никого русскоязычных в школе вы не найдете. И это прекрасно. Кто у меня просит найти русскоязычного преподавателя, потому что у вас нулевой уровень, вы боитесь и так далее, не надо, вы делаете ошибку, потому что с русскоязычным преподавателем у ваш мозг будет находиться в состоянии расслабленном. Он знает русский язык, он будет искать все пути взаимодействия, да, и разговоров с преподавателем на русском, и ваше изучение английского растянется на годы. Когда вы попадаете в класс, где у вас только английский язык, у вас нет шансов, у вас ваши ребята, которые учатся в классе, говорят по-английски, преподаватель говорит по-английски, вы ходите на улице, там тоже все говорят по-английски, продукты надо купить, тоже говорит по-английски. Вы погружаете свой мозг в языковую среду, и он понимает, что, блин, тут без английского не выжить. И появляется такая очень сильная мотивация, зачем вам нужен язык. Вы не поверите, на что способен ваш мозг, когда ему показали точную, понятную цель и причину, для чего ему нужен английский язык. Он превращается в такой большой ух,
Вы будете везде слышать английский, мгновенно все это запоминать, использовать, и вам будет хотеться это делать. Мне тут немножко рассказали про учебничек, по которому учатся студенты. На каждый уровень у вас будет свой учебник. Мне вот какой первый попался, я вам покажу, без разницы. Смысл у них всех один и тот же. Каждый понедельник вы начинаете новую тему, и вы будете учить много новых слов. Аудирование, чтение, лексика, письмо, грамматика, разговорная речь. Здесь будет микс всего. Поэтому студенты, которые изучают английский в языковых школах на Мальте или в других странах, они получают прекрасные результаты. Здесь все сконцентрировано, все построено так, чтобы вам было интересно, было эффективно, чтобы вы добивались результатов, и все очень наглядно. Студенты обожают изучать английский на Мальте, и я один из этих студентов, кто выучил английский именно на Мальте. Зачем я стою у белой стены, как вы думаете? Чтобы показать вам, как вас будут фотографировать в школе, чтобы выдать вам вот такую вот студенческую карточку с вашей фотографией Ace English Malta, название школы, и с этой карточкой вы имеете право на скидки во всей зоне вокруг, на всякие кинотеатры, кафе, боулинг и так далее. И плюс вы можете получить письмо от школы, что вы студент, зарегистрироваться онлайн на специальном сайте по получению билетов на автобусы на Мальте и ездить бесплатно. Вы получите такую зеленую карточку, которая будет вам давать бесплатный проезд в автобусах на Мальте, как студенту. В школе 24 кабинета, чуть более 30 преподавателей и более 600 студентов. Студенты учатся в 3 смены, мне тут дали подсказочку, куда я смотрю. Учиться можно начинать с 8 утра, либо с 11:45, либо с 15:30. То есть можно присоединяться в те смены, которые вам удобны, но опять же, всегда надо помнить, что вас поставят в ту группу, где есть наличие места. Если вы хотите поменять время начала своих занятий, вы всегда можете попросить академический отдел рассмотреть ваш запрос и попросить вас перевести в группу, которая начинает свои занятия в другое время. Самые популярные курсы обучения в этой школе, да и во многих других, как всегда, это General English 20 и General English 30 часов в неделю. В чем разница? 20 часов – это курс стандартный, где у вас будет 2 урока по 1,5 часа с получасовым перерывом между ними, где вы будете изучать аудирование, чтение, лексика, письмо, грамматика. Если вы идете на General English 30 или интенсивный курс, у вас будет 3 сессии по 1,5 часа с 2 получасовыми перерывами, где помимо грамматической вот этой части у вас будет 1 урок, то есть 1,5 часа, направленный только на разговорную речь, то есть на английскую практику. Преподаватель знает, как вас вовлечь в это общение, вас будут ставить в пары, вы будете общаться, вы будете выполнять какие-то задания именно на разговорную речь, и таким образом вы прокачаете свой английский гораздо эффективнее. Пойдемте заглянем в класс, где сейчас идут занятия. Только... Hello. I guess many people are struggling, yeah, having to cope with a hard life, yeah. Okay, okay, guys. So, you want to? They are recording. Mind for the camera. Вот так выглядел класс, где проходили занятия по разговорному английскому языку. Что там происходило? Видели там? Отодвинули все учебники, встали из-за своих столов, стульчиков и пошли разговаривать. Студентов будут всячески вовлекать в общение, давать им какие-то темы, ставить их в пары, в тройки. В общем, всячески будут заставлять вас разговаривать, потому что все стесняются, все боятся. И если вас не пнуть хорошенечко, вы не начнете разговаривать. Интенсивные курсы, в них всегда включаются разговорные классы. Они дают самый лучший результат, потому что ну, вам деваться некуда, приходится говорить. Самый лучший видеообзор школы, который только можно сделать, школы английского языка, это показать вам классы, как проходят занятия. Давайте, пойдем везде, где нам только позволили зайти. Yeah.
школе Ace English Malta у нас отучилась уже масса студентов. Одна из самых популярных школ. Она настолько интересно организует здесь активити для студентов, что к ним присоединяются студенты даже с других ближайших школ. Они вложили огромное количество времени, сил, ну и денег, конечно, в свои leisure activity, в отдел, который специально занимается тем, чтобы студенты были заняты каждый день. Вот, например, activity программа на эту неделю. Welcome party. Конечно же, каждый понедельник вас будут встречать, посвящать в то, что вообще что происходит в школе. С вами будут знакомиться старенькие, новенькие студенты. Примерно так вы будете выглядеть после вашей welcome night. Ну, зависит от вас, конечно, но вам точно будет весело. В школе два этажа. Мы прогулялись по первому. Пойдемте теперь вниз. Здесь зона отдыха студентов, где они проводят свои перерывы и периодически делают также домашние задания. Иногда здесь проводятся открытые уроки. Как видите, здесь вот есть экран, и студенты могут заниматься и здесь. Кому подойдет школа Ace English Malta, на мой взгляд? Молодым людям 25, 30, 35 лет, кто любит общаться, кто любит смеяться, шутить. Потому что вся система обучения построена на этом, на дружеском общении, на массе каких-то мероприятий. Проходишь по коридорам, ты слышишь взрывы смеха из кабинетов, где проходят занятия. И в целом средний возраст студентов здесь примерно около 25 лет. Присоединиться к занятиям можно круглый год, каждый понедельник. Не надо ждать никакую определенную дату. Просто приезжайте и начинайте занятия каждый понедельник. Конечно, забронировать нужно как минимум за 2 недели до начала, чтобы вы успели сделать все тесты на знание языка, чтобы вас распределили в группу, чтобы школа вас ждала и у вас было место в классе. Многие студенты не понимают, как они могут присоединяться каждый понедельник. Неужели каждый понедельник набираются новые группы? Нет, нет. Каждый понедельник прибывают новые студенты, которые сдают тесты и по итогам тестов распределяются в уже действующие группы. No way! No way! Oh my God! I feel like a twin today. No, but you're always looking beautiful. This is my teacher. She was teaching me and I was doing like my... Like 8 or 9 years ago. Wow. 8 years ago, yes. I was doing my Cambridge exam after her lessons. Amazing. Teacher of my life. I love you so much. And she is working in Ace English Malta. She's the best teacher in that school. For me, it's my personal opinion. But because I was your teacher, you don't know any other teachers. I was your only teacher. I know teacher. So many teachers. Oh, yeah. Trust me. I know Shut so up. Many teachers. Вот такая вот школа Ace English Malta. Надеюсь, вам было интересно прогуляться, посмотреть, как проходят занятия, увидеть учителей, увидеть студентов. Приезжайте на Мальту, поступайте в школу Ace English Malta, и вы будете точно рады своему обучению. Это одна из самых дружелюбных, самых веселых, самых молодежных школ острова. Здесь проводится масса развлекательных мероприятий. Скучно вам точно не будет. С вами была Снежана, Open Malta. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть больше обзоров об обучении за рубежом.